Друзья, всем привет! С вами компания WrapMeNow, меня зовут Николай. Сегодня мы выдаем, точнее подготовили к выдаче, а завтра выдаем автомобиль Honda. Это бывший Cross Tour, который они немножко переименовали, немножко переделали. До этого клиент ездил и ездит тоже на Honda. И в этот раз он свой новый автомобиль захотел защитить прям максимально. Выбрали пленку сегмента выше среднего. По нашей обратной связи с клиентами, это наилучший материал на сегодняшний день, который вызывает наименьшее количество или даже, можно сказать, отсутствие каких-либо рекламационных вещей, действий и так далее. Что мы здесь заклеили? Мы здесь на самом деле заклеили по просьбе клиента абсолютно все. Единственное, он решил не клеить крышу целиком вместе с панорамой. Мы заклеили ему полосу на крышу, заклеили спойлер, заклеили все глянцевые вставки. Машина не самая сложная, не самая простая, но к ней тоже нужен определенный подход. Пришлось поменять практически все клипсы на новые вот в нижних вставках дверей. Мы их заказываем, заказали сейчас с большим запасом. Если что, знаем, где их взять. Решетку заклеили, вот этот кусочек, вот эту штуку, сам значок, верхнюю часть решетки. Камеру тоже заклеили, хотя к камере действительно очень плохо липнет, там гидрофобное и олеофобное покрытие. По моментам, на которые хотелось бы обратить внимание, здесь очень хорошие зазоры. Пленку мы заводим как с этой стороны, как с этой стороны. Парктроники достаем, туда прям заправляем. Я говорю, в принципе, очень похожие вещи всегда и призываю, чтобы наши потенциальные клиенты, либо ребята, наши коллеги по цеху выдавали подобное качество и стремились действительно к лучшему, потому что сейчас рынок переполнен клейщиками и нужно всегда расти, расти, расти. Мы за 10 лет выработали множество мелких фишечек, которые с удовольствием готовы, которыми мы готовы поделиться и делимся. Все элементы мы стараемся делать загибом. Единственное, с фарами так не получается по конструктивным особенностям. Здесь мы решили заклеить по просьбе клиента само зеркало, саму ножку, нижнюю часть зеркала, саму вот эту вот ножку, вот эти глянцевые вставки, вот эти глянцевые вставки. Кстати, их лучше клеить после того, как установили молдинги, если речь идет о полной клейке кузова, потому что здесь периодически пленку выдавливают. Мы, естественно, это все по гарантии. Если вдруг работа заклеили их сразу, то их переклеиваем. Здесь зазор неплохой, должно быть все круто, никаких моментов в этом плане не должно быть. Заклеили задние пороги прям по максимуму. Естественно, заклеены вот эти нижние вставки. Хромированный вот этот элемент снимается, пленка заводится прям туда. Здесь не всегда можно подвернуть, и мы часто вот здесь не подворачиваем. Почему? Потому что когда будет пленка на двери, пленка на самом элементе, за счет небольшой деформации кузова на скорости, ее будет отсюда выдавливать. Поэтому этот момент, на этот момент обращайте внимание. Заклеили, вот повторюсь, спойлер, вот эти элементы, вот эти маленькие треугольнички. Заклеено, по сути, ну, наверное, все. Сложностей каких-то не было. Естественно, ручка снимается, пленка заводится под ручку. Здесь стараемся вот здесь в арках заводить пленку по максимуму. Почему? Потому что из-под колеса летит песок. Песок ударяет в крыло, там образуются сколы, которые первое время не видно, потом они могут вылезти прям под пленку, и будет очень некрасиво. Здесь также стараемся всегда доклеивать до конца. Хотел бы немножко пройтись по моментам, да, на которые мы обращаем внимание. Стараемся, чтобы вот здесь не было никаких растяжек. Есть некоторые сложные бампера, такие как на автомобилях Lisan, L7, L8, L9, они огромные, там большое натяжение. Здесь может быть такая белесая полосочка. Здесь бампер на порядок проще, здесь все прям вот идеально. Хотя и Lisan, мы сейчас стараемся прям вот делать, как говорится, комар носа не подточит.
Вот здесь обращаем внимание на вот эти места, чтобы здесь не было растяжек. А на самом зеркале стараемся, чтобы никогда никаких шоков не было. Если они есть, то зеркало просто переделывается, и все. По таким сложностям, да, здесь и фарка такая, с вот этой планочкой, причем планочка эта не снимается, планка остается на месте, но планочка тоже, кстати, заклеена. Капот, естественно, подворачиваем, пленка держится безупречно, срок службы ее по заявлению завода-изготовителя 5 лет, на свою работу мы даем 1 год гарантии. Но поверьте, даже если вы приедете через 2, 3, 4 или позже на своем автомобиле, и мы увидим, что действительно что-то по нашей вине, то без проблем мы произведем корректировку, либо переклеим элемент. В принципе, все. Если у вас такой автомобиль или похожий, звоните, пишите. С вами был Николай, студия Wrap Me Now. До свидания. We'll be right back.